Жанна представляет город Братск. Спортклуб «Максимус». Ни один сибирский пляж наверняка не видел столько фигуристых красоток за один раз, сколько повидала сцена ДК «Современник» в последнюю субботу уходящего лета. Областная и местная федерации бодибилдинга представили на строгий зрительский суд пробный проект «Байкал Бикини Шоу 2016», где объединили конкурс красоты и чемпионат среди фитоняшек. Различия соревнований в рельефности моделей и времени нахождения участниц на сцене. Мы решили сделать отдельный чемпионат по фитнес-бикини, потому что в силу вступивших правил в нашей федерации девушки слишком мало времени на официальных соревнованиях проводят на сцене. То есть порядка 15 секунд для участницы, что для самой красивой, эффектной, самой супер-супер категории очень мало. То есть ни девушки не могут насладиться, ни зрители, ни родственники, ни друзья. Подкачалась к лету, поэтому не подкачала на сцене. С таким настроем 55 спортсменок состязались в 5 категориях в зависимости от уровня подготовки и роста. В первой части соревнований принимают участие дебютантки, более гладкие и менее мышечные. Те, кто уверен в своих силах, сумели сравниться с опытными бикинистками. Самые юные участницы заявились только из Ангарска, а вообще красавицы от 17 до 35 лет приехали из Иркутска, Братска, Кемерово, Красноярска, Санкт-Петербурга и Краснодара. Критерии оценки. Конечно же, физическая форма, макияж, прическа, умение подать себя на сцене и даже оттенок кожи. Некоторые подготовились всего за полгода, что называется, с нуля. Ну, вообще, это мои первые соревнования, мой первый опыт. Я просто решила посмотреть, на что я способна, посмотреть, какая может быть все-таки у меня моя физическая форма, насколько я могу выдержать эту подготовку. Я считаю, что я с ней справилась. Девчонки все как одна признаются, что самое сложное – это период сушки. Приходится отказываться от любимых сладостей. Нелегко и в конкурсной борьбе, к примеру, позировать в неудобных прозрачных туфлях. Но мгновение на сцене того стоит. Среди конкурсанток – многодетные мамы, сотрудницы офисов, парикмахеры, тренеры по фитнесу и местные звезды Инстаграма. За понравившуюся участницу можно было проголосовать по СМС и в соцсетях. Тренируются самостоятельно. Из лучших достижений – серебряная и бронзовая призерка Иркутской области по фитнес-бикини среди юниорок и женщин свыше 169 сантиметров 2014 и 2015 годов. Получить эстетическое удовольствие от шоу смогли в этот день не только мужчины, ведь в качестве артиста на сцене выступал Евгений Пилат, 8-кратный чемпион Иркутской области по бодибилдингу. По итогам турнира победительницей конкурса красоты стала Мария Мансинчер из Красноярска. Она же третья в чемпионате по фитнес-бикини. Первое и второе место в абсолютной категории чемпионата заняли иркутянки Мария Нагаева и Анастасия Аникина. Теперь они смогут без отбора принять участие в чемпионате России по фитнес-бикини, который пройдет уже в сентябре в Екатеринбурге. Яна Попова, Дмитрий Новопашин. Местное время.